На Литейный проспект с Выборгской стороны вливалась вторая толпа, далеко растянувшись по мосту. По пути ее все ворота были набыты любопытными, во всех окнах возбужденные лица. Иван Ильич остановился у ворот рядом со старым чиновником, у которого тряслись собачьи щеки. Направо, вдалеке, поперек улицы, стояла цепь солдат, неподвижно, опираясь на ружья. Толпа подходила, ход ее замедлялся. В глубину полетели испуганные голоса. «Стойте! Стойте!» И сейчас же начался вой тысячи высоких женских голосов. «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» «Нельзя допускать!» – проговорил чиновник и строго поверх очков взглянул на Ивана Ильича. В это время из ворот вышли два рослых дворника и плечами налегли на любопытных. Чиновник затряс щеками, какая-то барышня в пенсне воскликнула: «Не смеешь, дурак!» Но ворота закрыли. По всей улице начали закрывать подъезды и ворота. Вьющая толпа надвигалась. Впереди нее выскочил юноша с краснощеким, взволнованным лицом в широкополой шляпе. «Знамя вперед! Знамя вперед!» – пошли голоса. В это же время перед цепью солдат появился взрослый, тонкий в талии офицер в заломленной папахе. Придерживая у бедра кобуру, он кричал, и можно было разобрать: «Дан приказ стрелять! Не хочу кровопролития! Разойдитесь!» «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» – дико завыли голоса, и толпа двигалась на солдат. Мимо Ивана Ильича начали протискиваться люди с обезумевшими глазами. «Хлеба! Долой! Сволочи!» Один упал и, задирая сморщенное лицо, вскрикивал без памяти: «Ненавижу! Ненавижу!»